Как только доска повернула до положения прямо по ветру, делай твист, чтобы переставить ноги в другую сторону. Сделай шаг вперед, чтобы передняя нога смотрела вперед, и держи загруженной заднюю пятку, держа доску с закантованной в сторону поворота. Нагружая руками гик, ты разгрузишь тем самым ноги для облегчения переступания. Если ты четко вошел в поворот и парус стал легким, то твист будет тоже легко выполним, просто все должно происходить вовремя. Сигналом для смены ног служит момент, когда нос смотрит прямо по ветру. Так что тем самым ты меняешь стойку с одной стороны на другую, когда доска меняет один галс на другой. Чем дальше ты выкрутишь тело на другую сторону, и чем полнее ты перенесешь вес на выкрученную ногу, тем лучше доска будет резать поворот. Перенеси свой вес в сторону поворота, чтобы помочь загрузить пятку. Посмотри, как я переношу свой вес, и ты увидишь, что моя доска продолжает резать поворот под давлением задней пятки. Чем быстрее доска режет поворот, тем быстрее произойдет переброс паруса, и тем скорее ты уверенно возьмешься за гик с другой стороны. Правильная работа ног преобразит твой фардак. Задняя стопа поперек доски, тяни гик вниз, загрузи развернутую пятку. Передняя нога смотрит вперед.